Популярные советские песни Бернеса и Пахмутова исполняют пенсионеры. Чуть менее популярные, но в родных микрорайонах их знают все. Хоры и ансамбли со всего города репетируют песни, чтобы поздравить с юбилеем центральный район города, Советский. Целый ансамбль прибыл с Дома культуры «Авиатор». На Восточном этих пенсионеров любят все. Самые любимые песни. Самые любимые песни наши, конечно, летные песни. Главное, ребята, сердцем не стареть. Надежда, светит незнакомая звезда, надежда. Со всех ветеранских хоров и ансамблей города должен получиться один сводный. Он-то и выступит на 80-летии Советского района. Не подготовлено как-то, да? Давайте соберемся, потому что этот сводный ход, это будет звучать живьем, это должно быть... очень солидно, красиво. Последнее замечание от гармониста и, наконец, многоголосие сливается, и песни льются рекой единым ровным звуком. По-советски, как пели в лучшие годы. Песня вам по жизни помогает? Конечно, помогает. Ну как же не помогает? Мне кажется, даже давление понижает. Этот сводный хор споет на фестивале ветеранских хоров «Пою тебя, родной район» уже послезавтра. На Театральной площади у Театра оперы и балета после обеда выступят не только пенсионеры. Праздник с чаепитиями и веселыми стартами будет проходить в центре города весь день. Мария Латышева, Сергей Костенко. Новости дня.